вернусь, конечно. Только что в перерывах между песнями, когда, и, конечно, несколько отвлекает нас от прослушивания совершенно приятнейших и замечательных композиций группы «Пять сторон», ребята Алёша и Коля выступили с предложением выступить здесь же, может быть, даже и в этом же составе, плюс еще кто-нибудь. В мае, то есть такой майский офисник, поэтому следите за информацией, и мы обязательно, нам во всяком случае здесь понравилось, здесь хорошо, по-моему, уютно, и вообще давно пора вам бросить заниматься дизайнерским искусством, открыть здесь клуб бед небольшой. Сереж, мы подумаем над этим.